Здравствуйте. Мне хочется прокомментировать тот разговор, который я начал в прошлый раз, где учительница рассказывала о том, что дети, пытаясь привлечь недостающее внимание родителей, часто делают то, что им совершенно не свойственно, и это иногда умиляет родителей, особенно если они заняты. Мы все растим своих детей, все хотим им хорошего, все дети растут, передразнивая нас. Но вопрос, что мы будем в этом передразнивании поддерживать? Вот то, что этот трехлетний малыш делает вид, что он изображает рэп, или мы будем поддерживать его незаметное, самобытное? В первом случае мы поддерживаем и растим личность. Во втором случае мы пестуем в артистичном человеке демонстранта. Он заметен, он эффективен, он успешен, но очень часто не знает, чего ему надо, и теряет самого себя. А вот возмущение родителя, который среагировал напряженно на этот разговор, об этом я поговорю в следующий раз. Всего вам доброго.